31 декабря, в канун Нового года, принято подводить итоги года уходящего. Именно в этот день, за несколько часов до заветного боя курантов, в торгово-развлекательном центре «Е-Сити» и были определены победители последнего в 2016 году 23-го тура самой народной игры «Удача в придачу». Более 1000 денежных призов, ключи от трех новеньких внедорожников Hyundai Creta и трехкомнатной квартиры в столичной новостройке. Вот такие подарки нашли у себя под елкой самые удачливые покупатели Евроопта. Звездной паре бессменных ведущих телевизионного розыгрыша составили компанию, ведущий самой щедрой телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович и народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко. Звездная четверка не только назвала победителей 23-го тура, но и подарила зрителям шоу «Море позитива». Алло, Ирина Ивановна? Дело в том, что вы выиграли трехкомнатную квартиру в Минске! Если для большинства из нас жизнь после праздника уже входит в повседневное русло, то для Ирины Ивановны из Рогачева атмосфера волшебства только набирает обороты. Ведь собственную квартиру в Минске женщина видела только в грезах и подумать не могла, что именно Евроопт так быстро воплотит ее мечту в реальность. Я очень рада, я счастлива. Как раз у меня в январе день рождения. Вот подарок мне к дню рождения. Ремонт будем делать, конечно, здесь. Оборудовать. Для детей будет комната. Для их будет комната. Ну и для нас будем приезжать в гости, чтобы была комната. Еще три счастливчика встретили этот новый 2017 год на колесах. Апельсиновый Hyundai Creta укатил в Витебск и стал уже вторым транспортным средством в семье Дащенко. Закупали продукты питания на ближайшие дни. Мы купили селедочку, попробовали. Получилось. Выиграли машинку. Сын не верил, говорил, не бывает это все. Ну, неправда. Но потом говорит, мам, ну ты меня уделала. Ты меня убедила. Выиграть авто в игре «Удача в придачу» с первого раза легко. Для Галины Арсентьевны из Лельчи с Гомельской области Hyundai Creta василькового цвета подарок юбилею от Евроопта. Я зарегистрировалась буквально неделю назад. И к празднику, к Новому году мы покупали в сети Евроопт продукты. Ну и купили, самое интересное, два кофе Нескафе, три в одном. Мы его выпьем, когда приедем на машине домой. Воспользовавшись услугами едоставки, Алла Савчук из Минска не только накрыла новогодний стол свежими продуктами, но и получила настоящий новогодний подарок от Евроопта. Не рассчитывали, не надеялись. Вот. Эмоции, конечно, зашкаливают до сих пор, не верится. Хотя вот она, красавица, стоит. Очень-очень рады. 2016 год благодаря торговой сети Евроопт оказался для белорусов самым настоящим годом удачи. За 10 месяцев игры 22 тысячи человек стали победителями в народной игре «Удача в придачу». А общая сумма призового фонда за 23 тура составила почти 3 миллиона долларов. По дорогам Беларуси ездит уже 51 новый автомобиль от Евроопта. А трое самых удачливых покупателей получили завет ключи от новеньких квартир в Минске. «Удача в придачу» – самая масштабная народная игра в нашей стране. И это только начало. Народная и всеми любимая игра набирает обороты. И уже 31 декабря стартовал ее 24-й тур. В 2016 году полоса удачи для наших покупателей не завершается. Народная игра «Удача в придачу» будет продолжена. Розыгрыши будут проводиться каждые 2 недели. Мы увеличим количество призов сразу в 30 раз. В каждом туре будет разыгрываться 30 тысяч денежных призов, 100 планшетов «Престижо», 3 автомобиля Hyundai Creta. Конечно, главный приз – квартира в городе Минске. Если вы верите в свою удачу, тогда становитесь участниками народной игры. Совершайте необходимые вам покупки в магазинах сети Евроопт, интернет-гипермаркетах «Едоставка» или «Гипермолл». А наполняя корзину, захватите любой из товаров удачи. В 24-м туре это продукция «Мистер Рика», «Галина Бланка», «Мишутка», «Чай Лисман», средства по уходу за волосами «Шаума» и кондитерские изделия «Мишель». Каждый из этих товаров удачи менее чем через 2 недели может стать ключом от вашей новенькой квартиры в Минске. Розыгрыш призов 24-го тура игры «Удача в придачу» состоится 14 января в Минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» на Денисовской, 8. За ходом розыгрыша можно следить на сайтах belta.by и evroopt.by с 12:45, а также в прямом эфире на телеканалах ОНТ и НТВ Беларусь в 13:20. И пусть повезет именно вам. Мария Кронда, Александр Бутрим, Утро-студия. Хорошего настроения!